Я вот тут. В смысле? Что происходит? Женечка, писюны! Хочешь интересных и веселых видео? Заходи на канал Lion Project. Угарные глюки в игры, веселые прохождения и упоротые приколы. Все это ты сможешь найти тут. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Джейкой и Игорем мы продолжим играть в Тот твой папочка в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Ребят, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что если мы с вами сможем брать 5000 лайков на вот этой серии, то мы сразу же побежим и будем записывать новую серию рубрики «Кто твой папочка?». И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, все ссылки есть в описании. И также не забывайте писать свои положительные комментарии, мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. И давайте соберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании, и вы сами смогли поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Бедный папочка, его уволили с работы, и он уже неделями сидит в запое. Эдичка, что будем делать? Я не знаю, папочка, не грусти, пожалуйста. Папочка, папочка, у тебя же какая-то новая работа уже появилась, чё ты грустишь? Чё ты пьёшь? Мне не нравится, это говняная, я ничего не понимаю. Не верю, покажи нам. Ну покажи. Ну пойдёмте, покажу свою говную работу, там где что все происходит. Пойдёмте. Давай. Пойдём. Ну вот, дети, вот тут я работаю, собственно, вот это мой главный коридор. А что это за здание вообще, что за место? А что это такое работа, Катя? Да, я тут работаю лаборантом, понимаете, лаборантом. Лаборантом? А чё ты говоришь, что дерьмовая работа? Ты же учёный. Я же не главный профессор, я просто лаборант. А где твои все сотрудники, я не могу понять? Мы пришли ночью, какие сотрудники? точно. Нифига себе, папа, расскажи нам обо всем, что тут есть. А вот это что такое, прикольный такой? Это, короче, эксперимент 22-й. Смотри, Женечка, опасно не подходить близко. Мы пытались вырастить человека с помощью плесени, понимаешь? Нифига. Не, Женечка, стой. Не, мы растили человека с помощью... Что ты делаешь? Женечка. Там просто красивые стеклышки, мне так нравится их ломать. Фиолетовые такие. Так, папа, а что тут еще есть? А что тут такое? Так, ну что, куда мы идем? Во-во, смотри. Давай посмотрим. В общем-то, здесь у нас самое главное. Здесь у нас сердце лаборатории. Ну, в общем-то, здесь также еще хранится вся информация. То есть, если что-то случилось, то всю информацию можно найти вот здесь, вот в этих. Женечка! Папа, оружие нам дай! Она слышишь? Выпустила монстра! Это человек плесень! Он же может с ним что-то может случайно произойти. Нету патронов! Чё делать? Папа, что вы делаете? Папа, ты хранишь пистолеты без патронов, а? Мы его растили 15 лет. Это дьявол! Я не знаю. Где спрятаться можно? Папочка, смотри, папочка, иди сюда, я вижу какие-то камеры. Пойдемте. Все в эти камеры нельзя залазить. В смысле? Подожди, я еще не залез. Все, я вот тут. Что происходит? Женечка, писюны! Так, что произошло вообще? Женечка, ты где? Женечка? У меня какая-то штука между ног болтается. Чё за... Вылечить его тело! Чё за хрень? А я синя! Чё за... Как зели... что я говорю? Что я говорю? Здравствуйте, вам Жек. Что у меня за пустота между ногами, Женечка? Прикольно. Да, какая-то что-то болтается между ног, Эдичка, что я произошло? А чё с папой? Ага, я свинья. Чё? Смотрите, мы машины поломали, они больше не работают. А ну давайте еще раз попробуем, может обраться телами. Давайте. Давайте быстро. Так, давайте я в ту залезу. Давай, быстро. Чё, нифига. Привет. Нифига. Она не работает. Она перестала работать! И что делать? Я не знаю! Я не хочу вот так оставаться! Верните писюн мой, пожалуйста, Женечка! Давайте пос-
посмотрим, может, какие-то записи есть у этих. Папа же говорил то, что в компьютерах могут быть какие-то записи вот этого всего, как мы это сделали. Женечка, давай посмотрим. Папа, ты вообще соображаешь что-то? Федечка. Чего-чего? Да, но я свинья, я не могу ничего делать. Ты у тебя припали мои сиськи! Нет, Федечка! Где мои сиськи? Где мои сиськи? Отвечай! Кисиськи! Куда ты засунул? У меня вообще писюн пропал, Женя! Кисиськи! Писюн-то твой у меня, а сиськи-то мои где? Не знаю, отросишь новые, давайте, отросишь. Давайте будем искать, Женечка, ты в компьютерах, я буду в тумбочках что-то искать. Как нам вообще вернуться обратно в наши тела? Так, хорошо, я буду в сейфах. А вы свою живность кормить будете вообще? Да, папа уже говорит. Папа, так, свинья будет есть корову, да? Да, держи, папа. Вы совсем наркоманы, что ли? Папа, не выпендривайся. Ой. Нет! И сейчас тебя пустим на это шашлык. Колбаса, нет, я не хочу стать колбасой, отставит меня. Женечка, посмотри в компьютерах ли вот эти чертежи тут какие-то. Какие чертежи? Так, вот, чертежи. Вот, чертежи, смотри, я не знаю. Чертеж вертолета, значит. Не понимаю. А, папа. Ты тут умный, не я, давай это. О, я нашел какую-то книжку, инструкция пишет. Тут давай. Какой-то шифр. 1 плюс, 2 плюс, 3 минус. Так. Может, это слушай, какой-то слушай. Код? Папа, подскажи, ты тут все знаешь, ты тут лаборант. Короче, здесь есть главный пульт управления, он находится здесь, но я не могу нажать на эту. А, значит, 1 плюс. 1 плюс, наверное, нужно включить, 2 плюс тоже нужно включить, а 3 минус выключенным. И... Ага, и теперь главный рычаг. А, вот главный рычаг. Нажимай. Вот! Заработало! Смотрите, какая-то дверь открылась! Дверь открылась! Папа, что за дверь, расскажи? Там не опасно? Я не знаю, я ж лаборант. Тирень. А вообще сейчас я свинья. Давай, папа, пошел, на тебя под зад, на! Смотрите, что это такое, папа? Что там такое в сундуке? Папа сожрал стекло. Блоки! Он ничего не сказал, забрал какие-то блоки и побежал. Папа, дай блоки. Это какой-то блок. А еще. А еще один там вроде был. А ну, побежали. Я не знаю, как тебя назвать, Женечка, Эдичка, кто ты сейчас? Так, я сейчас вообще-то иду. Можно меня теперь называть Пухлей? Хорошо. Пап, как-то непривычно, да ладно. Папа, привет. Так, нужно, наверное, поставить туда, где они были. Ты, да, они вообще пропали. А где они были? Красный с какой стороны был? По-моему, справа. А, смотри, ну если мы поменялись местами, значит, сейчас нужно наоборот поставить. Давайте, красный слева. Вот так. Не могу, вытащите меня. Руку давай. Эдичка, помоги мне, я не умею такое делать. Опа, опа. Вот мой брат, там мой брат, смотрите. Ну давайте на счет три залезем. Папочка, вылезай. Папа, вылезай. Да. Готовы? Давайте. Эдичка, ты может туда пойдешь? А, стоп, наоборот, ну сейчас нужно. Да какая разница? Большая, чтобы мы... Иди золотой, а мы пойдем сюда. Чтобы мы опять готовы? Не перепутали. Да, давайте. Раз, два, три. Писюн вернись, пожалуйста. Ой. Женечка, покажись, что-то изменилось. Вылезаю. Вылези. Куда я сейчас задохнусь, помоги. Вылези. Так. Сисек нету. Я мальчик. Я сисек нету. Ой, писюнчик вернулся. У меня что-то новое произошло. Все хорошо, мы какие-то... Мне нету сисек. О, писюнчик. То есть вас сейчас это не смущает, да? То, что я стал немножко другим, да? Да, в принципе, похож как-то, как был, в принципе. Так, он мутировал, и что, папа? Что произошло? Я теперь всегда зомби. Да. Ладно, да пофиг, уйди, папа. Главное, что мы поменялись с телами обратно, Женечка. Главное, что у меня нет сисек. Да пофиг, зато у меня... Ты виноват, где мои сиськи? А ну отвечай. Да нет, зато ты... Да ты их посрал. Женечка, успокойся. Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании. Да, ребята, как обычно, не забываем подписываться на все наши каналы. Ссылочки будут в описании. И, ребята, не забывайте писать ваши комментарии. В комментариях писать идеи для новых серий «Кто твой папочка?». Мы будем их читать и постараемся реализовать. Да, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.